Есть такая классная штука, как акселераторы. Это не про видеокарты и не про FPS, это скорее про бизнес и про стартапы. Акселератор — это мероприятие, в рамках которого берут толпу людей, которые что-то умеют делать, скажем, на компьютере, немного их чему-то учат, а потом устраивают спринт, когда люди бьются на команды и создают что-то интересное. А потом жюри отбирает лучших и помогает им превратить вот то, что они сделали, в нормальный работающий бизнес. Геймджемы, например, это как раз вот акселераторы для небольших игр. Так вот, есть такой акселератор, как Girl for Tech. От других он отличается тем, что в нем участвуют только женские команды. И последние 13 недель там как раз проводилось обучение и отбор работ. И, внимание, одна из лучших работ, которую выбрало жюри, это проект FaceHub. Что это такое? Девчонки планируют снимать порнуху, а на лицо трахающихся крепить маски с хромакеем. Ну, то есть зеленой тряпкой, которую потом программа просто вырежет. А на место лиц трахающихся с помощью нейросети любой желающий сможет добавить свое собственное лицо. Ну, то есть натурально, можно будет загрузить свое фото и, скажем, фото Саши Грей или котика Вжуха. И, так сказать, воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии. Такие дела.